Вот мы приехали на фабрику Бразилмайер. О, hello, Карл. Ой, собачка. But we're killing each other. Oh, we know each other. Yeah. Yeah. Hello, Карл. Servus, grüß dich. I'm glad to see you. How are you? Yeah, how was it, right? Super. Привет. Девочку. Ну. Привет, хороший. Help yourself. If you like some coffee, a cup, coffee, some coffee, yeah. Beverages. Okay, thank you. Yeah. Yes. I'm at the moment busy, but we can do. Okay. Yes, we. I'd like to talk about something when you have a little time. Yeah. Yes, 10 minutes, okay. Then I'm. Okay. Free, let's say. Okay. Finish work. Hello. My mom very like this, how to say, yes, fantastic. He was at the... Вот так работает Бразилмайер. Hello, Ushi! Many names do... some line and stop, like Bach. That's not possible. Yes. Чимбаса лежит. Okay. Тубочка есть, эфная походу. Например, раз. Ну, штуки 6 тубных штуков, но 6 моделей. Здесь они занимаются покрыванием серебром. Вот какие-то уже подготовлены для этого вещи. Там сейчас пока ничего нет. Это тоже готовое, посеребрено. Жерару мы штуку полируют, сейчас будет посеребрять. Вот так вот здесь вот такой выбор, ребята, трубных, тромбоновых, волторновых. Это станок, который это все делает. Тоже какая-то магия происходит. И вот они, тромбоновые ряды муштучков. Слушай, занимается полировкой. Это только один этаж, а в действительности есть еще один этаж внизу, где старая фабрика. Там тоже очень интересно. Если он нас сводит, я вам сниму. Вот такой муштучок, ребята. Это какое-то напыление, как вороненая какая-то сталь. Непонятное, что это такое. Но это не Бразилмайер, какие-то другие муштуки. Диамант Брас. Он здесь лежат. А вот еще есть какой вариант. Это иридий? What is it? Иридиум? I think so. Yes. Вот такие ребята, они стали делать иридиевые штучки. Уф. Уф, уф. Это ТН-3. Вау, вот смотри, слышишь? Это бриллиантовое напыление. Я думал, что это I think firstly I think it is wood, like a clarinet no, or. No, it's like this and with a diamond. Фуф, это it's yours? Да. Another. We send it to. Ah, someone. It's Бразилмайер. This is a Бразилмайер. А, это новая тема, ребята. Поняли, нет? Нифига себе, блин.
Причем они внутри не покрывают. Мальчики в бриллиантах. Да, да, да. Сам бриллиант ему штук держит. А это вот, видишь, иридий. Что хотите? Вот такой ему штук есть. Вот Лехнер, пиковая труба, педальная. Это ему штук, который может регулировать глубину. 85 О, это мундштук Жерара принесли. Вот он какой красивый стал. 10 минут. Я только одну бокс с 20 мундштуком. Карл разработал титановые поля, которые не надо ничем покрывать. И они держат тепло, то есть ты перестал играть какой-то значительно дольше, чем обычные материалы, она сохраняет теплую поверхность. Вот так. Нашел здесь такой тромбончик Адольф Мейзеншмидт. Очень странный инструмент. Он в какой-то другой тональности. Настроечный крон вот здесь, у него внизу, вместе рядом со сливным клапаном. Такой, это не бейный инструмент, непонятно, то ли F он, то ли что. Вот такой вот он странный. Ваня пробует венский чимбаса. У него две саксофоны. Давай, Ванечка, играть на венском чимбасе. Рязь. Так он у него лежит уже 100 лет. Нет. Я в прошлый раз видел. Да? Нет? Так, поехали. Это венский тромбон. И венский чимбас. F. И чимбаса в F. Поехали. Раз. Да. Здесь вот нижний этаж у Карла. Тут красиво очень. Он сделал поля для Павла Коваленко. С очень маленькими полями, как у Валторны. Он хочет на трубе попробовать, ему очень нравится это. И уже готово. Не прошло и 20 минут. Фантастика. Карл делает ножку для Ивана, для чимбаса. Работает. It's very old. 1943. О, 1943 год. Exactly. Работает до сих пор. Before not problem. Yeah. Many years. I still can get spare parts from England. Oh. It's very reliable machine, a good machine. Мини-ко. Это отец Карла Бразермайера. Он играл на скрипочке, как и Карл. И потом начал делать мундштуки. Карл продолжает его традиции. Старая магнитола, виола, томатик.
Это молодой Карл, судя по всему. Now, it's okay for me yeah, video. Everything. No secret. Thank you. There for people it's very interesting how made mouse is. Polish. Электрическая чистка. Yeah. Ух ты. Тоже очищает электрически. Сколько всяких различных процессов. Now it's so clean that I have to treat it again with a sort of acid. Mm-hmm. Получается, в разных растворах он очищает. Получается, у нас this is distilled water. Uh-huh. Дистиллированная вода. So, and now we go to the silver bath. Сейчас он опускает это в ванну с серебром. Опа, он уже начинает быть серебряным. Очень быстро. Very fast. This is not the normal length. Normally 10 minutes. Yes, it is for demo. Yeah. For only for try. Yeah. Это для демонстрации. Ваня сейчас попробует.
если все нормально, то они нормально 10 минут этот процесс занимает. Здесь уши чистят, наводит полировочку мышцов. Занятие перед покрытием их серебром это делается. Тоже очень старый станок. Очень старый. This is Maris. Entirely using this system here. Yes, it's a Vienna system. And I have a school for that. Okay. And he can teach you if you like. Yes. Yeah. It's interesting for me because if you know the right grips, you can play fantastic. Because I never play left hand. You need 2 weeks. Then yes. And you can play in B and in F. B and F. Yes. But it without is F. Without problems in intonation. That's it. F. Sure. Ваня, спроси, нельзя поменять, чтобы наоборот было. It's possible to change. And this is thing. This is system in this up hand to, because this is in, it's. I think it's mine. It's mine. Because okay. I need often use this hand. It depends on the instrument. Странно, да, но волторнистом себя почувствовал. It is good for my mind. Yes. Да. Yes. Да. И алмазное покрытие, или как это, диамант, называется стайл, стоит только покрыть 95 евро. Вот что. Во. Кстати, очень удобно на губах. Как ни странно. Не, серьезно. Да. 50 минут же она сказала. Всем привет. Хочу сравнить ТН-3. Это мой ТН-3, который я сам покрыл обычным золотом. И с красного золота. Так, красный звук. Чем он отличается по... Честно говоря, не чувствую никакого отличия. По звуку почему-то отличие есть. Может быть, то, что здесь пленка наклеена. Никакой разницы. Сори.
добраться до них совершенно нелегко. Там, получается, надо на поезде проехать около 40 минут, потом выйти, дождаться автобус. На автобусе где-то тоже минут 25-30 ехать. И вот мы приехали, там еще где-то около километра или километров 200 до них пилить. Вот. Ну зато вот муштучки. Новые муштуки для Валторны. Новые трубные муштуки везу. ТН серия новая. ТН-1, ТН-2, ТН-3. Вот, так что теперь можно пробовать это дело.